8 человек будут сражаться за титул лучшего лакиблока. The powerful финусы. И сегодня мы узнаем, чей лакиблок победит. Я вас порву. И, кстати, мы в команде с Савчиком, я думаю, это будет очень сложно и очень интересно. Здорово, Савчик, ну что, порвем сегодня всех, а? Конечно, всех порвем, особенно вот того пацанчика. Сейчас, короче, разберемся. На счет три. Раз, два, три. Савчик, давай полетели, только не торопимся, не торопимся, ломаем по одному лакиблоку. Это наши правила, и, естественно, в конце будет, ой, как интересно. Короче, Савчик, я тут понял, что у нас с тобой, возможно, один из лучших лакиблоков, потому что это ТикТок. Я очень сильно на это надеюсь. Опа, так, что короче, выпало тебе? Что там у ребят? Нормально все. Слушайте, у нас такое правило. Ломаем только один лакиблок на платформе. То есть, допустим, в команде я сначала сломаю, потом ты, смотри. Нифига себе! Ребята, Владус, ты у меня забрал, собираешь предметы. Ты в нас что-то кинул, Савчик. Так, все, идем потихонечку к нему. Я ему сейчас покажу. Давай. Так, я сейчас тоже... Ну-ка, давай. Нифига, блин, а чем копать-то? У меня нету кирки никакой, а ну-ка. Так у меня тоже ничего нету. Смотри, какой меч. Кто меня боится? А у меня лук есть. У них там капец, что происходит. Так, минус команда. О, посмотри, смотри, что выпало, какой-то лакиблок. О, желтый, давай, че? Это что такое? Из лакиблока, из лакиблока уже юбочка, смотри. А-а-а, я понял. Все, тут можно... Ой-ой-ой-ой, я чуть не упал. Так, короче, ее. И что ты заделал сейчас? Да, я попробую съесть вот эту клубнику. Блин, я думал, что мне полет дастся. О, опа, пацаны. О, мне выпал, ладно, шоколадный меч. Савчик, я одного убил. Блин, я не допрыгнул. Это карма, это мгновенная карма. Меня сразу же, все, сразу же можно вниз лететь. Да как так-то? Я почти выжил, Савчик. Опа, все, спокойно. А это ты поставил лакиблок здесь сбоку? Какой лакиблок сбоку? Вот этот, дед, вот, я его не ставил, ты что? Ты посмотри, у них уже платформы есть. Нифига себе, какая большая. У них ловушка, блин, а у нас вообще нет. Давай. Опа, смотри, что выпало. Это давай мы, знаешь, что сделаем? Мы сами построим эту платформу, Савчик. Потому что по-другому я не знаю, где взять эту платформу, либо надо колодец разобрать, но нам даже нечем разбирать-то. Так, короче, ничего, да что за фигня-то? Блин, а что не выпадает ничего? О, блин, не, у меня на самом деле очень много мечей всяких классных есть, но я думаю, что они мне особо-то не пригодятся. О, у меня тоже какой-то меч есть. О, это не меч, это удочка, по-моему. Знаешь, насколько он урона? Что там за газ? Валите газ-то! Ой-ой-ой! Что происходит вообще? Ладус, у меня меч на 9999999. Сколько? Какого фига так много, Савчик? Не, ну что, у меня тоже так-то есть вот такой. О, у меня вообще на 2 миллиарда. Ну, у меня один раз вот я ударю. Спасибо. Кто нас убил, Савчик? Мы что, сейчас в воздухе спавнимся? Я не знаю, кто это убил. А давай мы телепортнемся кому-нибудь тогда. Савчик, нам нужны блоки. Не стреляй, только не стреляй. Если ты стрельнешь... А чё? Ты, у них так... Капец! О, смотри, кто появился! Ты чё, это ты меня ударил? Нет, я сломал его! What the fuck? А чё, где наш колодец? Смотри, Владус, беги! Не стреляйся, я приду к тебе на платформу, я тебе покажу, кто здесь, смотри-ка. Я сейчас возьму эту, короче, клубнику. А ну-ка, ловите меня, пацаны. Зря это вы сейчас на меня тут. Короче, я у них сейчас что-нибудь коммуничу. Ай! Понял, принял. Это кто меня убил? А почему все убились? Я не понял прикола. Ой-ой-ой-ой. Да я убираю просто подряд. Блин! Так, Савчик, это не я, если что, это не я. Это самый этот заспавнился и все. Я вообще не виновен. Я вообще не при делах. Так, я ем морковку. Морковку, капусту. Блин, да почему они не дают мне... Сколько у меня жизни. О, ГГВП, пока, пацаны. Улетели. Они еще сейчас спавнятся мимо. Смотри, смотри, что могу, Ладос. Мне повезло, Ну-ка, давай, стреляй. Это что такое? А что, они взрываются, что ли? Нет, это, кажись, не базука у тебя. Давай другой. Тихо. На нас ни одного динамита не попало. Естественно, потому что у нас тут ничего нет. У нас 3 на 3 блока, платформа на двоих. Так, Савчик, давай. Блин, не получается нифига. Погоди, что-то крутое выпало. А, это штаны. За 40 гривен штаны. Да блин, да нафига мне эти трусы? Так, короче, ладно. Черт, господи, смотри, что происходит. Это жесть какая-то вообще происходит. О, у тебя есть кирка? Савчик, беги. Кирка... Нет, в том-то и прикол, что у нас с тобой кирка еще...
Понимаю! Минус все платформы, прикиньте, это у кого? У кого-то просто заспавнился один лаки-блок. Там даже в чате пишут, мы падаем! А, я вижу, как они падают, они по воде забираются. Можно в них с лука стрельнуть, но лука-то тоже нету. У меня лук есть, у меня стрел нету. Давай, стреляй. Эй! Понимаю! Нифига себе! Что? Так, хорошо. Построили мы, значит, с тобой базу. Ну что, пацаны, привет! Вас здесь уже трое. Савчик, у тебя точно стрел нету никаких? Точно. Ну это фигово. Погоди, стоп. А где наш? Опа, знаешь, что у меня есть? Не знаю, а где наш колодец? Вот, смотри. Единственный. О, что это? Давай! Минус пацанчик. Минус пацанчик, погоди. О, да, спасибо большое. Офигеть, вот это да. Не трожь. Нет, зараза какая. Я к ним снова сейчас приду. Я сейчас съем свою клубнику. Я им отомчу. Так, Савчик, все, стой. Ну-ка не стреляйся, я тебе. Давай, мочи. Сейчас я замочил, блин, не получилось. Не замочил, так, все, спокойно. Давай, ага, спасибо, что ты меня запер. О, так они погибли. А я для них нашел управу, как говорится. Сейчас мы дождемся их. Только Майнкрафт залагает, чувствую я. Ой. Блин, все лаки-блоки мимо улетели. Так, нужно жить. Я падаю, что делать? Куда ты падаешь, Савчик, куда ты падаешь? Не падай, понял, да? Блин, да где кирка-то? А что происходит, а? У них он так много построил. Это что такое, ёк-макарёк? Ты что такое летаешь здесь? Нет, к нам только не приближайся, зараза! Прикинь, он сейчас кого-то взорвет. О, нет. Вот, так я понимаю, я в нем застрял, походу. Что, как ты в нем застрял? Как в нём можно... Ой, смотри, сколько меч! О, нифига себе! Да что это такое происходит? Что за взрывы-то одни? Почему так много взрывов? Смотрите, что мне подсказывает, что это вот делают вот те вот ребята. Ну-ка давай кострельни. Нормас, Савчик. Жесть какая-то. Еще спам какой-то в чате. Смотри, что это такое? Савчик, у нас с тобой дикая проблема. Вот смотри, у всех есть нормальных людей платформа. Ну хотя бы, ну небольшая хотя бы, да. А где наша? Почему нам не падают блоки вообще? Нам даже не из чего строить. У меня есть базука, у меня есть... Ладно, зато у нас самая лучшая платформа в мире. У нас есть платформа из лаки-блоков. Ну да, которую никогда не сломать, в принципе. О, смотри, наверху лаки-блок заспавнился. Только мы до него не доберемся. У нас нет вещей, чтобы до него добраться. Но ничего страшного. Так, Савчик. Сейчас доберемся. О, смотри, что-то выпало. Да подожди, да куда? Да ты на лаки-блоках, Савчик. Опа, чё, блин, смотри, мы их потом не сломаем. У тебя в инвентаре. Это что там? Смотри, стой. Смотрите, что там с чуваком происходит? Андрейка, что с тобой случилось? Это что, у любви у нашей села батарейка, что ли? Канарейка? Это что с ним происходит? Савчик, ты что, его добить решил? Ты нафига это делаешь? Вот те пацанчики в нас стреляют постоянно. Это да, сейчас мы в них сейчас постреляем. Ой, простите. Кто меня убивает? Это, наверное, я, потому что у меня слишком мощная базука. Так, все. Ладно, больше не буду, хорошо. Договорились. Вау, какой меч. Не, это отстойный меч, а вот с помощью этого меча можно летать. Не, нельзя летать, ну... Что? Смотри что наверх! Это было? Смотри наверх! Давай тэпнемся к ним там. Давай. Кто там наверху, я не знаю. Бананчик из-за Powerful Sin. Не, ну у них хотя бы платформа есть. Ребята, мы с вами здесь будем выживать. Только мы вас убьем, если вы на нас нападете. Все. А зачем нам строить PvP-арену, когда здесь уже готова PvP-арена? Это наши! Наши лаки-блоки не ломать! Это наши! Ой, еще лаки-блоки! Что происходит? Что это было? Погоди-ка. Ну-ка, о, все, давайте договоримся по чесноку. Только, допустим, если у команды желтый лаки-блок был, она ломает желтый, а мы, Савчик, ломаем с тобой тиктокерский. Окей. Ой, смотри, что такое было. Ой, сломал. Всю платформу сломал. А мне выпал какой-то стронгбол, это что такое? Стронгбол, я не знаю. Наконец-то это я буду сражаться с той самой командой, которая нас бесит. Бананчик, за что бананчик? Это я стрелял в бананчик и попал в тебя. Зачем ты в меня попал, Савчик? Так, я должен телепортнуться. Ой, ты чё, он там пришёл? Что происходит? Это все, что осталось от той платформы, да? Ну ладно, невелика потеря, как говорится, хотя так-то велика. Там так-то нифига лаки-блоков сколько было. А у меня весь инвентарь вообще перемешался. Ух ты, смотри, два одинаковых лаки-блока. У меня тоже перемешался. Господи, Владус, я постоянно убегаю. О, Рио, ботинки. Блин, они мне тоже летучесть не дали. Что?
Я понял, что это за ботинки, Савчик, давай я лесенку строю, смотри, погнали. Привет, пацаны, смотрите, что у меня есть, вот так вот. Ты можешь, Савчик, забраться, только как спускаться, я не знаю вообще, каким образом. Тут просто очень много наших лаки-блоков, которые мы имеем право, так скажем, сломать. Из них, надеюсь, выпадет что-то хорошее. Эти чешуницы эти летают. Очень хорошая, тошнота на 8 минут. Очень хорошая, ну что же. Не, ну зато у нас платформа из лаки-блоков теперь. Да, из чужих, возможно, но как бы зато она есть. Все, пошли по этой лесенке, которую я построил. Мы пойдем до наших лаки-блоков. Хотя у нас, например, еще есть лаки-блоки. Например, у меня их 29 штук, это дофига. А у меня 25. О, The Powerful Sin в лаве спавнится. Нормальная тема, нормально. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи! Это вообще капец просто какой-то, одни взрывы. О, у пацанов платформа есть. Чё, я лук-то не зря получал. Ну чё, стреляли. А, это вы, бананчик, Простите. Я думал, что это другая команда, я думал, что это фиолетовая команда. Хотел им отомстить, всё. Могу, если что, понести наказание. О, здрасте. Савчик, у меня гениальная идея. Смотри, я... Когда ты так говоришь, что-то всё не по-гениальски получается. Смотри, я надену вот эти ботинки и... Блин, я задел единственную лесенку, и нам ее даже не сломать. Но смотри, Савчик, я сделаю нам платформу тем самым. Это же... Да черт возьми, да лава идет отсюда. Я же говорю, что твои планы все не поменялись. Да нет, все нормально, просто нужно это медленно делать. Это что сейчас за рыба была около меня? Ох, да, смотри! Смотри, какой он большой! Нифига себе, он реально огромный. Но... А что за музыка заиграла? Смотри, так же еще, Савчик. Здрасте, до свидания. Мы с тобой сделаем сейчас еще и забор. Я не знаю, что за музыка. Это у кого-то командные блоки. Ой, эти нотные блоки заспавнились, скажи. Да что за фигня? Почему они так медленно ставятся? Мне приходится на шифте это делать. Смотри, забор сделаем, и все, и мы с тобой защищены. Ну, правда, фиговый забор получается. Во-во-во-во-во-во-во, все, пошли. Сейчас в два блока забора будет, думаю, достаточно. Где мой забор? Кто? Его кто-то снес, вон из той команды. Да каким образом? Ну все, хорошо, сейчас мстить будем. Сейчас они возобновятся. Сейчас им будем мстя. А ну-ка, иди сюда. Сейчас я... Ладно, почему? Это что такое? Это что такое? Я не знаю, Савчик! Я выжил. Я могу добежать до своей платформы. Вот нафига я начал делать эту платформу, нам ее все равно сломали. Будь то это командные блоки, будь то это бедрок, все равно эти лаки-блоки все нам сломают, как всегда. Все, наконец у меня есть хороший, классный нагрудник. А пацанам нужно отомстить. Повезло тебе. На, повезло, согласен. О, мне лук выпал, нифига себе, какой-то крутой. На самом деле я к ПВП вообще готов. Ты чё тут, а ну-ка давай-ка кыш отсюда, нифига себе нападать на нас решил. Так, бананчик пришел. Ха-ха, бананчик нам темпнуться пытался. Не рыпайтесь, пацаны, вы еще нужны, как говорится. Так, короче, сейчас мы... Ой, 5 FPS у меня было только что. Что случилось? Погодите, у меня есть один. Я убил его! Савчик, нужен лук, я тебе могу лук скинуть. Да, у меня есть, у меня офигенский лук вообще. Фух, хорошо, что не динамит выпал, это самое главное. Да чё за фигня, нафига я надел эту броньку? У меня слишком много сердец, они сейчас слишком долго убираются. Еще колодец, давай-ка, лаки-блок закидываем. Есть! Бананчик, давай, до свидос, нафиг, гуляет он тут на нашей платформе. У нас тут лава разливается, чёрт! Это что? Это она из колодца выпала? Блин! Так, вода. Я знаю, что я мог бы успеть ботинки надеть, но я не успел. Что происходит? Офигеть! Аж крипер на это все дело смотрит. Крипер, ну ты, конечно, посмотрел, но давай иди отсюда уже. Ну, настолько это было сейчас мощно. Так, ты в меня там, Савчик, только не кидайся. Ты сейчас что-то кинул? Нет, это не я. Фух, мяско выпало, нормально, можно покушать. Так, мяско. А кто это по нам смолял? Беги, красавица, выпала нам какая-то, капец. Но хорошо, что у нас реально платформа все-таки сейчас из командных блоков. Это прям вообще везуха, так скажем. Так, бросаем. Почему у меня постоянно ломается спаунпоинт? Вот я дурак. Но зато лаки-блок никуда не исчез. Такс, ну-ка, что там? Нормально. Чё так много колодцев начал? Световой меч, Савчик. Мне выпал световой меч. Я теперь могу всех вот так вот убивать. Вот так вот убивайся. Где он по нам стреляет? Ну-ка, где он? Покажи-ка мне его. Пацаны, давайте завязывать. Ой, я в него попал, но мне пришлось еще и самому умереть, кажись. Так, погоди. О, у них какая-то арена. Ой, дракон! Блин, я его убил! Ух ты, нифига.
Нифига себе, он откуда здесь вообще? Привет, дракон, пока, дракон. А где мои лаки-блоки? А, все, 14 штук осталось всего лишь. О, нету, 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 нет. По правилам нужно доломать все. У меня меч какой есть. Савчик, вот тебе меч выпал. Дай-ка, дай-ка, дай-ка этот меч, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Сейчас зеленый такой, зеленый, тоненький. Да не это, да не это. А, вот этот вот? Да, ну-ка, сейчас, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, я думал, он полет даст, когда держишь меч какой-то в руке. Нет, он не даёт полетать. А здесь, кажись, нельзя. Да чё за фигня, нас либо обстреливают, либо это лаки-блоки такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, до свидоси отсюда. Давай, лети отсюда. А почему в командные блоки нельзя зайти? Ну-ка, в них же только в геймоде можно зайти. Так, 5 лаки-блоков, Савчик, 5 лаки-блоков. И да начнётся. Блин, да кто по нам стреляет? Да я им сейчас как... Я им сейчас как постреляю. О, зря вы это, пацаны, ловите гранату. Ой, упс. Че, платформы нету больше. Ну, нате еще тогда, ловите, пацаны. А, привет. О, привет. Пока. Не, ну че, нормас, Савчик, отлетели, справились. Пацаны. 2 лаки-блока. 1, 2. Слушайте, они даже удачные были. Почти. Так. Кто по нам стреляет? Да начнется серьезное и жесткое ПВП! Ну че, Савчик, ты готов? Сейчас мы всем покажем, кто здесь выиграет. Давайте, давай, минус одна, вот так вот пошло. Минус другая и минус третья команда. Правда, в третьей команде один человек остался. Ну че, кто на нас нападать осмелится? Я думаю, что никто. Ух ты, нифига как лагает. Ты че лаки-блоки-то ставишь? Это кто меня убил? Это, возможно, я, потому что я тут всех убиваю. Так, минус еще один чел. Слушай, Савчик, мы вообще самые жесткие здесь. Так, ой, я тебя убиваю зачем-то. Не-не-не-не-не-не-не, ты в меня не попадешь. Так, минус the power. Спокойно, Савчик, вообще мы самые лютые оказались. Сейчас я всех тут разношу, давайте сюда. Так, нормас. А еще у меня есть, смотрите, какой меч. Вот такой вот, если мы его возьмем в руку и кого-нибудь, например, ударим. Давай Савчика, да? Меня-то за что? Мы в одной команде! У меня вообще Майнкрафт аж лагает, но видос получился просто бомбезный. И если, ребята, он вам понравился, то поставьте обязательно лайк. Если ждете еще таких видосов, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. А мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Пока!